Дима, здравствуйте. Вы опять в городе Орле, опять приехали за мерчем. Пошел в жопу этот осел, блин. Что, в прошлый раз было неудачно, по-моему, вернули вам и мерч, и все на свете. Да, вот это сейчас-то все удачно. Но все равно 4 шва на голову наложили, да? Нормально все. Как обычно, да? Может, в этот раз 6 швов наложили. Да? Какая разница, блядь. Самое главное. Дмитрий мечтает, чтобы в городе Железногорске открылся магазин. Я ничего не мечтаю. Мерчевого шматья, так как поездки в Орел очень утомительные. Они охуенно утомительные, блядь. Потому что бухать, не перебухать. Да? Ну, в прошлый раз обмытие произошло купленного мерча очень лихо. Ну, в прошлый раз было это прошлое. Я теперь умный человек, я теперь не бухаю. Вот вчера вот только я слышал, убил какую-то свинку на работе. Нет, я свиней сейчас вообще не убиваю. И за упокой души свинки заудил. Я чисто за упокой на коровах. Чисто коровки. За убийство коровки. Махарыч поставили. Так вы там что там, по деревне какой-то ходите, коров валите. Да, деревня, ёпта, там вот так вот. Хожу, блядь, посту, Дима. Я иду, шагаю по Орлу. А сейчас вот приехал в Орле. Ну, смотри, тут коров. Вот, смотри, тут коров. Да ладно, ты идешь смотреть себе казаки. Ну, казаки, казаки. Иду, да, иду. На самом деле, Дима, столько лет прошло, а все нам нравятся вот эти косухи, казаки, да? А как ты думаешь, это мое, это мое. Дима, вот существует такое мнение, что вокалист группы Doors Джим Моррисон вовсе не умер, а куда-то вот уехал просто и живет себе там припеваючи. Как вот ты считаешь, это вполне возможно или нет? Я ничего не считаю, я просто знаю, что Doors это круто. Это вообще, это супер. Но дело в том, что он не может быть живым. Это уже сколько ему лет? Ну, живет какой-то старичок там и поет «Come on, baby, like my fire». И вполне возможно, что это Сергей Шнур из группы «Ленинград». Ну, то же самое, что некоторые говорят, что это самое, Элвис Пресли жив. Ну, вы сами посчитайте, вот недавно было это самое день рождения Элвиса Пресли. Ему 44 года исполнилось. Это было, блядь, подождите, это то ли 8, то ли 9 августа, это было день рождения Элвиса Пресли. Ему в то время 44 года. Он умер в 77-м году. Ну и что? И представьте, а говорят некоторые, что он до сих пор еще жив. Его забрали инопланетяне, ты что, не знал? Да, пиздец. Да, Джим Моррисона забрали, блядь. Ну так вот я про что... А Курт Кобейн вообще там, блядь, летает вместе с инопланетянами. И там хуя... Ты смотрел фильм «Марсианин»? Ты видал, кто там снимается? Курт Кобейн. Ладно, Дмитрий, хороший ты человек, по музыке шаришь. Что ты хочешь передать российской молодежи? Сейчас же сам знаешь, все слушают рэп, какой-то техно, там непонятные тиктокеры, папа токарь, я тиктокер, блин, там и прочее. Я ничего не хочу, никому не навязываю, ни музыку, ничего. Я просто говорю, слушайте музыку от души и от сердца. То, что вам позволяет душа и сердце слушать. То, что вам нравится, то и слушайте. А навязывать кому-то что-то. Да тут по-любому навяжут, из каждого утюга орет всякая чушь. Да ну нахуй, я никому ничего не навязываю. Кто хочет слушать, тот слушает тяжелый. Металл, рок, то самое, блэк, дэд. А кто не хочет слушать, идите все в баню. Вот и все, что я могу сказать. А молодежь, это ваш выбор. Ну а как вот к алкоголю вы относитесь? Охуенно. Ну то есть он вам жить помогает или как? Нет, он мне помогает осуществлять свои планы, осуществлять все, что я хочу. Я алкоголик из Москвы, блядь. С какой Москвы-то уже сдурел? Из Железногорска, я бухарик. Да нет.
А почему ты выбрал себе такую работу суровую, забой телят и свиней? Они заебались. Все, Дима, спасибо, что ты растрогался. Все. Заебали эти, блядь, телята. Все. Heavy Metal Vivaldi. Ну что, Дмитрий, вы счастливы? Сегодня все-таки вы совершили покупку вот этой модной косухи. Парни, молодежь, покупайте косухи. Это всегда модно, стильно. Вот Дима приехал, блин, из деревни вообще... Другой человек стал, блин, косуху одел, блин. Там, я стал так, я был и буду всегда так, как есть. Идите в баню, ёбану. Я пойду сейчас пить водку. Обмывать косуху, чтобы нигде не порвалось, да? Нет, я сейчас сяду в автобус и буду пить водку. Вот, вот это самый классический прикид, блин, вот. Косушка, клетчатая рубашка, кедики, вот так должен выглядеть настоящий. Неформал, вот. Ну-ка спиной повернись, Дим, как оно там у тебя сзади? Нормально. Все отлично. Все от The Gators. Передавай. Передавай приветы маме, там, брату, там, кому там еще. Я не буду никому приветы передавать, я просто скажу. Пацаны. Я просто скажу. Ребята, все заебись. Отлично. На этом и закончим наш репортаж. Нет. Мы не закончим.